Halkın içinden başkan diye canım. Tamam. Tamam. Bunu ben masaya vereyim. Sana vermiyorum değil mi ben? Tamam. Берфин, дочка Пинар Ханым, и сегодня в Турции начинаются школьные каникулы, 2 недели, и Берфин получила сегодня свой аттестат и вот такую вот грамоту за успешное окончание четверти. Санахула гитмик сэвэмэсэ? Сэвэ. Энчок не сэвэмэсэ? Дарс олэ. Ага, дарс олэ. Мацамэцэ, чурчэ, мэдамэ, лэсэ. О, не гюзэль. Бу... Başarılı bir ilgisiysen... Bu etütte. Etütte. Çok güzel. Teşekkürler. Меня зовут Анастасия. А тебя как? Берфин. Берфин? Ты русский учишь? Русский. Русский оренерсин. Да. Околда мы? В школе? Чанды. Нет. Сама? Кенди оренерсин. Кенди. Yani şeyde öğrendim. Otelde. Otelde bir mini club diye bir yer var. Orada böyle yöneticiler var. Orada oyuncularla birlikte öğrendim birazcık. Ne güzel. O zaman sen Türkçe konuşuyorsan Rusça. Okulda İngilizce. Almanca. Sadece İngilizce. İngilizce. Fransızca. Sadece. Инглиш оренджексон, сейчас он Алманджо, Франсуджо. Традиционный пятничный рынок в Алане. Это настолько яркое, интересное и вкусное место, где в течение всего года вы можете приобрести фрукты и овощи, свежие фрукты и овощи. Рынки в Алане проходят каждый день в разных районах города, но, например, на пятничном рынке вы можете приобрести фрукты, овощи, молочную продукцию и турецкие сыры, а также специи и сладости. Сочные и свежие мандарины можно купить в Алании круглый год, но помимо этого, конечно же, бананы и апельсины. Алания также известна своими бананами и банановыми плантациями. Это особые бананы. Они наполнены солнцем Алании, поэтому они особенно вкусные. Бананы растут по всей Алании. Здесь находится очень много плантаций. И когда вы приезжаете в Аланию, обязательно пробуйте эти вкусные и полезные Даже бананы. Даже в январе месяце в Алании можно купить клубнику. Посмотрите, какая она сочная, вкусная и сладкая. Ну и, конечно же, зимой она особенно желанна, потому что зимой она добавляет немножко лета в нашу повседневную жизнь. Помимо традиционных фруктов и овощей, в Алании растут и тропические фрукты. Например, такой фрукт, как папайя, тоже растет в Алании. Но, помимо этого, в Алании растет очень интересный фрукт, который похож на небольшой апельсинчик, называется он кумкат. И когда вы приезжаете в Аланию, обязательно его попробуйте, потому что съев всего 3 фрукта в день, вы никогда не будете болеть. Ну, так говорят местные жители. И помимо кумката, клубники, папайи, бананов, в Алании также растут киви. Растут совсем недалеко от центра Алании, есть сады, где растут киви. И, конечно же, чем знаменита Алания? Помимо банан, Алания знаменита вот такими вот красивыми и сочными гранатами. Гранаты очень полезны, и приобрести их можно также в любое время года. Добро пожаловать, Алания. Гранти чекет. Набережная Алании – одно из самых красивых и интересных мест города. Зимой и летом в любое время года вы можете отправиться в путешествие на яхте вокруг Алании, а также попробовать сочную кукурузу или каштаны. Многочисленные туристы приезжают сюда из разных стран мира для того, чтобы побывать в этом удивительном месте. Ну и, конечно же, купить турецкие сувениры. В центре Алании также есть площадь художников и улица мастериц,
на которой вы можете купить произведение искусства ручной работы. Сейчас мы отправимся туда, и я покажу вам самые красивые изделия ручной работы, которые вы когда-либо видели. На этой улице вы можете приобрести вот такие вот уникальные вещи, которые Гуля Ганым делает сама. Гуля Ганым, в течение 3 дней вот такие вот красивые вещи ручной работы вы можете сделать. Вы можете приобрести. Смотрите, какая красота. Красиво. Также есть вот такие вот браслеты. В общем, красота неописуема в единственном экземпляре для на любой случай жизни. Вечером в Ассоциацию журналистов Алании приезжает мэр Анталии Мендерес Тюрель. Прошлые встречи с мэром вы можете посмотреть по ссылке в видео, когда мы с мэром провели в прошлом году целый день. Ассоциация журналистов находится в крепости Алании, в границах крепости Алании. И пока мы ждем приезда мэра, хочу вам показать, как выглядят старые улочки крепости Алании. В крепости Алании расположено много интересных домов. Конечно же, это традиционные турецкие дома. Очень много домов новых. Есть отреставрированные. И в крепости Алании расположено много бутик-отелей, кафе, ресторанов. Здесь очень много красивых смотровых площадок. Ну и, конечно же, здесь, именно вот живя в таких домах, вы можете увидеть самые красивые виды Алании. Даже вот я стою сейчас на дороге, и вы видите, насколько красивый вид открывается на горы. Если спуститься чуть ниже, вот здесь вот наша ассоциация журналистов. Если спуститься чуть ниже, мы увидим вид на море. Один тоже из самых красивых видов. На набережную открывается именно из Ассоциации журналистов. Ассоциация журналистов Алании была создана в 1994 году. Здесь находится кафе для журналистов и центр, где проходят различные встречи и собрания. Как я уже сказала, ассоциация была создана в 1994 году, и здесь висят президенты, портреты бывших президентов ассоциации. Настоящим президентом ассоциации является Гая Ханым, первая женщина-президент. Вот такая вот панорама открывается на набережную Алании из офиса Ассоциации журналистов Алании. Очень красиво, видно прям всю набережную. И даже близлежащие районы Алании, такие как Махмутлар, вот там вот в самом конце можно увидеть. Дорогие друзья, хочу представить вам Гая Ханым. Она является первой женщиной-президентом Ассоциации журналистов Алании. И она хочет передать вам привет из Алании. Алания – дюняна и гюзаши. Гая Ханым очень активно работает в Ассоциации журналистов. И мы очень рады, что она стала президентом. Пиздачок на минус из Башканолга. А вот так вот выглядит небольшой офис Ассоциации журналистов. Вот именно здесь проходят собрания совета ассоциации, различные встречи, презентации и так далее. Офис небольшой, но очень комфортный и красиво. Ну и, конечно же, покажу вам опять этот вид, когда опустится вечер на Алании, совсем зайдет солнце, город будет освещен
просто невероятно. Этот город станет невероятно красивым и будет освещен огнями. Selamlar arkadaşlar, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Eyvallah, sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eyvallah, sen de uyuyor musun? Geçtiğimiz ziyaretinde, bu da çok kısa bir süre önceydi zaten. Alanya galiba 2 ayda, 4, 5, 6, kaç oldu ben de sayısını unutuyorum. Yolun geliyoruz o zaman. Cemiyetimizdeki böyle değişikliğinden dolayı, bayrak değişikliğinden dolayı ben de Peki, hadi bakalım. Дорогие друзья, мэр города Анталии Мендерес Тюрель передает вам всем привет. Evet, спасибо. Вам спасибо. Hadi bakalım, başarılar.